Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Idol Герои. Ну что же, 40к у нас тут бабла. Мы, естественно, это забираем. Тут же у нас сразу какое-то достижение. Оу, получить! Раз, два, пятизвездочный герой! Хо-хоу! Вот это круто, ребята меня все-таки не обманули. Если ты регистрируешь аккаунт, то тебе дают пятизвездочного героя. Шикарно, ребята. Так, давайте призывать героический, как говорится. И смотрим, кто у нас тут. Ага, этот дедушка у меня уже есть. Хорошо, лишний нам не помешает. Так, и обычные карты. Кто тут у нас? Это кто такой? Что за хламон? Что это у нас? Охранник башни, вот оно что. Но это еще не все, мы можем еще дальше начинать призывать. И это у нас Маркна. Маркна, по-моему, это злая ведьма, живущая где-то на болотах с таким противным носом. Ну, а это всем известный скелет. Так, ну что, ребята, вроде бы как и все здесь мы с вами разобрались. Давайте посмотрим, что у нас тут на почту пришло. Системные письма, давайте получить все одним кликом, как это обычно делается. Видовская пыль, там тыры-пыры тролливали. В общем, все, что нужно, мы получили с вами. Оу, у меня есть шмотки. Также у меня есть... Вот он, ребята, вот он, этот замечательный герой. Я хочу посмотреть, кто же это у нас такой. Призываем. Нас поздравили. И кто же это? Как тебя увидеть, красавица? Мне нужно, наверное, скорее всего, зайти в герои к своим. И вот она. Как ты вы... ох ты, норма. Норма, действительно норма. Кто ты у нас по специализации, а? Хотелось бы узнать. Смотрите, загадочный взрыв. Сделать 153% урону слабому герою врага и восстанавливает 280% жизни последним героя друга. Как-то написали непонятно. Что-то странное. Это как и хил, и в то же время боец. Ладно. Это, ребята, мы все с вами увидим в дальнейшем. Вначале мы оденем снаряжение, естественно, все, которое у нас тут доступно. Прокачать мы сможем хоть немножечко. Да, ребята, можем прокачать. И это у нас получается 19 уровень из 30. Там дальше уже, естественно, будет у нас повышение ранга. Так, это говорит только об одном, что вот эту вот норму нужно взять к себе в основной состав. Я думаю, что вы со мной полностью согласитесь. Дальше у нас идет башня забвения. Дерево провидца. Призвать. Нехватка, нехватка. Понятно, что нехватка. А что у нас в таверне? Что у нас в таверне? Смотрим, ребята. Так, выполнить. Выполнили. Так, поздравляем. И что ты нам даешь? Билет для участия в боях. Билет на арену это, ребята. Ага, вот так вот, значит. Требования, такие. Погоди-ка, я что-то не понял чуть-чуть. Выполнить. Хорошо, ага, все. Пошли выполнять. Просьба Фейгина. Автозаполнение. Вот, автозаполнение, другое дело, ребята. Бесплатно. Да, хочу по-быстренькому завершить. Так, здесь прокатит? Естественно, прокатывает. Начинаем. Ускорить 10. Давайте потратим. Ничего страшного не будет. Так, здесь тоже автозаполнение. Начинаем. Понемножку разбираемся, ребята, так что все будет хорошо. Автозаполнение. Хе-хе-хе. Давайте, начинайте уже бесплатно-то, ё-моё. Так, отлично. И просьба еще какого-то там. Воу-воу-воу. Начинаем. Так, ускорить. 20 всего потратить. Ну, это для нас не проблема. Все, мы, по-моему, здесь сделали ежедневки. Больше заданий нет у нас никаких. Так, в казино. Обычное казино. И у нас ничего нету, поэтому мы отсюда также быстренько сруливаем. Арена. Так, щедрые ежедневные награды и сезонные призы. Лига Хрустальной Короны. А я могу вступить? Я, ребята, могу вступить и должен тут, наверное, до посинения драться, да?
Что-то вот в данный момент нет желания у меня вот на арене зависать. Лучше я побегаю. Так, здесь получить все нужно абсолютно. 11 тысяч душ. Тут то же самое. Фишки. День Мидаса. Купить пакеты с монетами. Давай, вот только бесплатно возьму у тебя. И хорош на этом. Так, здесь все это надо приступать. Ну, мы не будем пока это делать. Так, хорошо, давайте, наверное, мы с вами сходим. А это нам еще недоступно. Мы можем продолжить кампанию. Также можем в башню с вами проходить. Мы в данный момент на 5-м этаже. Воевать, приз, смотрите, мы можем заработать с вами какого-то героя, причем 4-звездочного. Давайте воевать, но для этого мы вначале... Так, то, что у меня такая, наверное, все-таки мы, наверное, уберем вот этого партизана, а эту воткнем. Слушайте, я надеюсь, что правильно все мы сделали. Хотелось бы, конечно, посмотреть, что из себя представляет вот этот новый 5-звездочный герой. Пока она пуляется, как обычный маг. Хорошо, давайте, блин, ускорить можно здесь? Понятно, только для VIP-персон, видите ли, ускорение здесь. Так, что это за деревяшки тут? А, ну я с такими ребятами уже дрался, это у нас типа деревянные големы. Они на самом деле щенки. И мои герои сейчас быстренько их просто-напросто разорвут. Вот мне нравится, как мой вурдалак бьет по задним рядам огнем. Так, что, мы с вами 5-й этаж зачистили. У нас 6-й. Тут вот эти штуки, вы помните прекрасно, для чего они нам нужны. Для повышения ранга. Да, именно для этого, ребята. Так, ну что же, давайте посмотрим, что у нас тут за гномы такие. Гномы плюс фермеры. Они все 26 уровня, а у меня-то персонажики задние ряды будут слабенькие. Особенно вот здесь и вот здесь, 23 и 19 уровень. Как-то это немножко не котируется, надо будет их потихоньку раскачивать. Но для этого нужны, естественно, сферы, естественно, души. И все это у нас обязательно, ребят, появится. И все будет у нас на высоте. Слушайте, вурдалак, а вот почему они постоянно атакуют только его? Я никак не могу до этого допетрить, хоть убей. Вот. Неужели он такой прям привлекательный? Вроде бы и уровень у него всего 39-й. У этого мечника и то 40-й. Но они его не хотят атаковать. Им обязательно дай моего вурдалака. Оу, ребят, тут уже 28-й уровень. Ладно, хорошо, фиг с ним, ребят, будем рисковать. Мы можем, кстати, знаете что... Давайте-ка мы посмотрим, насколько... Так, рюкзак, смотрите-ка, что у нас тут в рюкзаке появилось. Ах, да, конечно. Давайте призовем этого героя 4-звездочного заодно. Я хочу на него посмотреть, полюбоваться, вот он. Ох ты, смотри, скелет. Собиратель костей, и я так понимаю, что это рога. При атаке наносит 200% урона одному врагу последнего ряда и увеличивается на 15% свою бронебойность на 2 раунда. Да, ребята, это чистой воды рога. Одеваем снаряжение, все, что на него доступно. Так, хорошо. Я хотел сделать, поднять вот ей уровень. Давай, 30-ка есть, отлично. Эх, эволюции не хватает 50. А сколько вообще у меня их? Кто мне скажет? Мне... А, у меня их 40. 40, ладно, хорошо. Так, 30-ку мы ей подняли. Так, рыцарь, ты-то у меня... Ты-то, кстати, у меня тоже скоро полтинничек заработаешь и будешь такой мощный. Ах, не хватает. Не хватает у нас душ. Ладно, ребята, не будем расстраиваться. Интересно, может быть, нам в компашку сходить? Здесь какой? 72-й уровень нужен. В кузне. Изготовить. А мы можем что-нибудь сейчас с вами замутить? Мы можем ботинки, видите ли, сделать. Давай сделаем. Отлично, 2 звезды. Ага, нехватка материалов. Но зато можем вот эти вот теперь улучшить. Отлично, потом вот эти. Это уже, помните, было у нас... Что такое? В прошлой серии... И почему-то таким макаром я себе там настряпал столько этих сапог.
Или, мечи вроде бы мы делали. Что не знал, куда уже их и девать. Так, задание выполнил. Получаем 24 тысячи золотых. Так, события. Что за события у нас тут такие? Бриллианты, ага, я понял. Получить. Оу, получаем. Так, я что, могу арбалет получить или нет? Или это мне так... Да, ребят, мы получили с вами арбалет еще. И еще 150 кристаллов. Так, месячная карта. Ха-ха, конечно, ага. Кукиш. Не буду я пока этого ничего покупать. Как-нибудь перебьемся. Так, это что такое? Сменить героя. Сменить героя. Обменивать героя. Нет, этим мы пока тоже заниматься не будем. Замещать 10 героев. Пока для меня это что-то все как-то непонятно, если честно. А вот это, я так понимаю, наверное, супер крутая чувиха. Что она дается только лишь за ежедневный вход в игру. Ладно, не будем пока мы это все трогать. Рейды, тут смотрите-ка, рейды есть. Вызов за монеты, вызов храбреца и бросить вызов герою. Ну, если я, предположим, даже так вот сделаю, да? Сделаю вызов, предположим, и вот так вот я... Эй-эй-эй-эй, подожди. Вот так вот, предположим, я сделаю. Что у нас от этого изменится, а? Еще одного героя поставить надо. Ну, давай вот так вот сделаем. Победа. Следующий. Победа. И что это такое было, я не понял, если честно. Мы потратили все шансы. Ну, предположим, ребят, предположим, что я что-то понял. Вау. Следующий, это мы получаем, что ли? Вот, ох ты. Круть. Так, вызов. Мы потратили все шансы. Ну и давай уж вызов герою тогда сделаем. Отлично. Ребят, я нашел новый вид фарма. Так, и что же, получается, я могу сейчас себе геройку-то улучшить, да? Ведь так получил же я эти души. А ну-ка. Да, вот именно что, ребята, эволюция по полной программе. Есть. Все шикарно. Так, и даже я могу ее немножко прокачать. Ух ты, как быстро. Теперь нужно уже соточка. Угу, теперь все уже намного сложнее. Не так все просто, как оно изначально кажется. Так, хорошо, ребята, у нас рюкзак. Что тут светится? Ага, герой какой-то. Давайте призовем, и кто тут у нас будет? Ё-моё, это кто такой? Это Кафо, понимаете ли. Это, видимо, обычный чувачок, который заблудился и просто-напросто к нам примкнул. Ладно, хорошо. Мы с вами остановились на чем? На башне. Но у нас также есть еще и компания. Причем еще алтарь. А на алтаре... А, это у нас расщепление. Да, мы их можем расщеплять и за счет этого улучшать. А также мы можем синтезировать. Вот, например, чтобы получить этого героя, вы посмотрите, что нужно нам. Нам нужны определенные герои. Пятизвездочные, это как минимум. Ага. Так, вот этого рогу мы, по-моему, с вами получили, да? Такой же? Да, вроде бы такой. Но мне почему-то кажется, что он будет уже в разы какой-то усиленный. Может быть, так это назовем? Хе-хе-хе, такой скелет прикольный. Ладно, хорошо, я надеюсь, в дальнейшем мне как-то что-то где-то объяснят. Может быть, я где-то что-то подсмотрю и буду лучше в этом шарить. Так, ну что же, давайте, наверное, с вами зайдем в компанию. Так, вот у нас Кафо этот. Мы получаем все, что заработали за это время. 36 уровень получили. Так, трофеи у нас... Хороши. И мы начнем вот это. 3,5. Автофарм, естественно. После него уже начинаем потихоньку вступать уже сами в бой. И заодно посмотрим, какие у нас здесь враги. А карта называется «Ужасная земля». Так, в бой. Ребята, в бой. Так, подожди. Я же вот так вот. Да, надо поменять, ребята.
Все, вроде бы мои бойцы готовы. Поехали. И смотрим. Ого, ничего себе, это что такое? Это что за мишка такой, блин? Ну, разбираем, хорошо разбираем. Смотрите, сзади лучница. Это, видимо, как что-то типа босса. Ну, сейчас мы мишку-то этого пол... Ох, ничего себе, она жарит массовыми ударами. Ну все, 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 медведь, валяйся. Теперь уже будем разбирать саму эльфийку. Наглую причем, да, смотри. Глазки закатила, довольная, блин. Нет, так дело не пойдет, будем ее бомбить. Все, упала, ребят, победа за нами. Ух ты, я получил 20 карточек вот этого вот темного адепта, по-моему, если не ошибаюсь. Хорошо, так, дальше у нас идет носорог. Но для начала мы получим. Все, я здесь получил 3,6, соответственно, начинается с автофарма. Автофарм. И уже после этого будем сами непосредственно переходить в бой. 52 тысячи душ у меня, 371 тысяча голды. Поехали в бой. Естественно, тут тоже в бой. Все, так, ого, смотрите, какие демоны. Ну, довольно прикольные, мне нравятся. Но разбираются они на ура. 26 уровня, а вот эти вот гномы мне не особо нравятся, потому что они стрелковые. То есть стреляют по моим ребятам. Да хорош, ты посмотри, что делают. О-оу. Так, давайте их разбирать как-нибудь, уж по-быренькому надо завязывать с этим делом, а то эти хламоны тут совсем припухли. Причем в корень. Оу, нормуль, нормуль ты, норма, действуешь. Прям с удара этого чувачка там снесла. Смотрите-ка, почти 1500 душ получили, опыта 600 и свитки призыва, ну, обычных героев. Ого, смотри какой, какой толстопуз. Давай, естественно, автофарм. Здесь у нас будут души. Хе-хе, эти лопухи опять здесь. Нифига он там бомбит. Не по-детски. Сейчас, сейчас, ребята, сейчас я к вам приду и разберемся, кто здесь прав, а кто виноват. Похоже на норму мою. Так, ребят, смотрите, у нас здесь опять эти роботы. Так. И сзади охламоны. Ага, рапирами, значит, он стреляется. Не стреляется, а тыкает, точнее. Так, хорошо, минус один робот, ребята. Давай, давай, давай. А, здесь... а, ну да, здесь же только для випов у нас ускорение. Хотя вот здесь такая штука есть. Бастионы. Это герои получили следующие свойства. Запирание и жизнь. Плюс 20%. А почему мои ничего не получают? А, не активирован святой алтарь. Нет активированных святых алтарей. А где, интересно, мне это активировать? Так, ух ты, броньку, ребята, зашибательскую получил, наверное, я так думаю. Правда, у нее всего одна звезда, но не имеет значения. Так, 3,8, буквально здесь нам осталось. А что нам тут еще дофига осталось? 3,7, если даже 3,8, то, по идее, должно быть 3,10, это последний уровень, да? Тут уже почему-то как-то получается побольше. Ух ты, смотрите, какие-то демоны. Но все равно они пока 28 уровня. То есть они проигрывают моим первым рядам. Норме проигрывают и проигрывают вот этому вот шаману. А вот этот дедуля у меня пока проигрывает, поэтому нужно его подкачать. Так, минус. Да хорош, духи, выделываться уже, а? На самом-то деле. Давай, зажарим их потихоньку. Так, это у нас, ребята, основная сюжетная кампания идет. А вы мне пишите в комментариях, если кто в эту игру играет, что интересного здесь можно сделать. Обязательно в подробностях, чтобы я знал, не искал и не задавал потом лишних дурацких вопросов. Игрулька-то прикольная, легкая. Главное, что все на автобое. Не надо ничего, как говорится, тут тыкать, шмыкать. Единственная моя, как говорится... Задача — это их одеть, развить, укрепить. Оу, смотрите, какие-то там големы. Тут уже 29 уровень пошел, ребята. С плеткой. Это что за мазохистки, демоны какие-то. Так, надеюсь, мы справимся с ними. Так, демон готов. Так, оу, что это сейчас такое было? Кто так жестко строчит? И так строчить должен только я. Блин, соответственно, когда мы поднимаем их по рангу, у них открываются дополнительные, ребята, скиллы новые. И я так понимаю, они практически все активные. Мало пассивок. Все, разобрались, отлично.
сапожки заработали. И также опыт. Так, давайте получим здесь. Трофеев-то нету, нет трофеев. Ну что, давайте. Да, смотрите, вот 3.10, по идее, должен быть последним. Но здесь 3.11, 12, 13, 14, 15. 3.15 получается. Ох ты, ох ты. Шикарный, ребята, будет у нас здесь лут. Поэтому давайте быстренько пощекочем этих, так сказать, демонов. Ну давай, 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 давай. Опа, в бой. В бой, ребята, обязательно в бой. Мне нужны душ... Ох ты. О, носороги уже с целым носом. И опять у нас здесь вот эти вот морозные орки. Или это гоблины, или тролли. Опа, смотрите, заморозка была сейчас только что. Эффект заморозки. У них тут такая небольшая солянка. Вы посмотрите. Какой-то демон, маг, фантом. Опять же призрак и носорог. Ну, я вижу, что мы стоим с вами насмерть. Никто нас пока не может пробить. Но дальше... Так, а что это такое у них? Установить 6 героев из разных лагерей, чтобы полупить мощный атрибут. Полупить? Может, получить они хотели? Ну, перевод, конечно, у меня... Подожди, а что это мой герой, смотрите, превратился в камень? Фу, отпустила его. Так, оп, очки. Мы 20 карточек получили вот этого вот тролля. Хорошо. Ну что, 3.11, давайте быстренько автофарм. Тут 9 секунд подождать и в бой. Слушайте, а интересно, а что будет в башне, если мы поднимемся с вами на самый-самый верхний этаж? А это, наверное, нереально, потому что там просто офигеть, какие будут монстры. Ох ты, это кто такие, смотрите, ребята? Какие-то каменные чуваки, да, с алмазом. Нет, это не алмаз, это какой-то рубин у них в животе. Чё он делает такой? Чё это такое сейчас было? Что они там в наклоночку? Они мне поклонились, типа, да? Приветствую тебя, типа, Рэй. И по магу что-то там захерачили. Слушайте, вот эти вот мелкие демоны бесявы. Ага, я, кстати, только сейчас заметил, что у них 31 уровня уже. Ха, я тут на расслабочке играю. Да что ж ты будешь делать? Они все время атакуют моего бедного вурдалака. Жаль. И я не могу найти этому никакого объяснения. Может быть, потому что он стоит на первом месте, якобы. Ну, то есть, получается, как бы этот... О, его подхилили, отлично. Кто же у меня там такой щедрый на повышение? Я получил 37 уровень, по-моему. Так, хорошо, давайте глянем теперь. Вот здесь у нас... Вау. Естественно, я буду призывать этого героя. Покажись. Не показался. Так, и вот этот вот тоже. Это у нас темный адепт, по-моему. Так, и герои. Давайте мы глянем, глянем, глянем. Кто же у нас там призывался? Ага. Черный пастор. Ага, я понял. И вот он, вот он. Вот этот вот ледяной тролль. Ребят, я был прав. Это ледяной тролль у нас, оказывается. Угу. Так, 39-й. Я могу тебе до 40-го? Так, есть, наконец-то. Качнул тебя до 40-го и не хватает... Разблокировать. А как? Наверное, когда мы сделаем эволюцию, тогда будет у него разблокирована эта возможность. Так, и здесь тоже не хватает. Блин, упирается все вот в эту, ребята, проблему. И я могу, интересно. Так, рюкзак. Рюкзак, давайте мы. У нас есть очень много шмоток. Так почему бы нам. Как одевать-то? Я уже забыл. Так, на 40 уровне. Что это такое? Поздравляю вас. С чем? Мерцающий кристалл, амулет. Повышение. Повышение искомые кристаллы. Запереть настоящие свойства. Ой, это что такое? Это что такое? Так, я трачу деньги, я трачу какую-то пыль. Хорошо. И это можно так с каждым, нет? Так, одеть все снаряжение. Вау. Ей арбалетик этот впору пошел. Так, смотрите, можно здесь то же самое. Повышение. Ну, давай повысим. Все, нехватка ведовских вот этих вот пылинок.
Ладно. Значит, эта пыль нужна именно так. Мы можем всем практически поднять. Так, повышение. 72 сила атаки. Отлично. И, а вот здесь не доросла ты еще, Алелия. Да, только лишь те, кто получил 40-й уровень, могут открывать вот эти вот способности. Так, давай-ка мы тебе оденем все снаряжение лучшее. Так, вроде бы одели, ребята. Все. Ну, что нам дальше? Башня забвения. Что же будет дальше-то? 17 этаж почему-то последний. По крайней мере, здесь он так отмечен. Ладно, давайте попробуем вот этих вот лесорубов. Вот, вот это вот мне нужно. Как бы в первую очередь эти души, чтобы поднять ранг своим персонажам. Какой уровень? 28. Хорошо. Так, 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 не надо тут буянить, а. Деревенщина, успокойся, пожалуйста. Что он там бомбит? Вот обожаю, когда массовыми... Да нет, когда я бью массовыми, а не меня. Так, хорошо, пока разбираем. Блин, чтобы одного дровосека лупануть, они столько усилий прилагают. Причем все мои герои. Вот, молодец. Вот так вот массовыми нужно бомбить. И тогда будет нам, ребята, счастье. Хе-хе. Запирание какое-то сделали. Ну что же, 5 это тоже хорошо. Ну а мы с вами продвигаемся уже на 8 этаж. И здесь опять же 5. 30 уровень у врага. Давайте дадим достойный отпор. Все это какие-то феи. Это прям, блин, как Питер Пен, блин, вырядился, а. Что вы там, пикси мелкие, пшикаете мне, а? Так, отлично. Оу, эти пиксели-то задние просто вата-ватой. Падают с полтычка. От одного огненного удара они практически все слегли. Сейчас добьем их, смотрите. Нет, вот надо вот псыкнуть им на дорожку, а. Давай, вот, видели? Просто падают от огня. Ну, правильно. Так, и у нас, ребята, здесь какие-то пираты. 9 этаж, пираты. 32 уровень. Воевать, главное, написано. Воевать. Так громко крикнули. Ну, ладно, будем воевать. Ну, так, один минус. Все они на одно лицо. Видно, это большая семья была. Близнецов. Они все объединились против меня, против моей команды. Кто там костями сейчас только что гремел, а? Кто-то из этих братьев. Это у нас еще к тому же, я смотрю, эльфы, да, судя по ушам. Эльфы-пираты. Ну, очень интересно. Оригинально, я бы даже сказал. Уж кого-кого, я видел эльфов там. Как у них по призванию обычно, стрелки, ну, темные эльфы там. Эльфы-убийцы, ну, чтобы эльфы-пираты. Такого я, ребят, еще не видал. Так, поехали. 35 уровень, ребята, на кону наших врагов. Я чувствую, я далеко не уйду уже в башне в этой. Слушай, маги начинают меня наказывать. Так, минус один. Гном тут что-то выделывается, выеживается. Так, хорош меня в эти кусты свои. Так, что там они на мне повесили? Там какую-то усталость, сутулость и горение. По всей видимости, я не могу, к сожалению, прочитать свои вот эти вот антибафы, которые на мне висят. Но они были, это однозначно. Вот как вот и здесь, видите, вот что это означает. Хрен его знает. Нечитаемо, одним словом. Так, ладно, победа, я получаю топор 85 к силе, который дает. И камни прогресса героя. Вот так они называются. Камни прогресса героя. Так, 11 этаж, и здесь у нас 36 уровни врагов. Слушайте, наверное, я еще постою здесь все-таки, но я чувствую, скоро буду падать уже. Так, здесь у нас практически все одна нежить. Как мы видим, у нас скелеты на переднем плане. Здесь у нас вот эти вот бабки-ешки, и я бы их назвал личи. Уже больно сильно они похожи на них. Ты смотри-ка, мою норну бедненькую заморозили, а как же я без нее? Ну, сейчас она выкарабкается из этих ледяных оков, и тогда, ох, они пожалеют об этом, обо всем. Бля, опять они моего вурдалака разбирают. Да что ж
Во, видели? Просто скелета, бум, и рассыпался он нафиг, ядрение фени. Да что ж такое вы вешаете на меня? Как же вот эти вот прочитать? Какие-то пузырьки. Жаль, что не пишется. Так было бы намного проще мне понять все. Так, 10 вот этих вот камней прогресса. Ох-ох-ох-ох-ошечки. Блин. Ага, этажи потихоньку-потихоньку открываются, ребят. Ну-ка. 37 уровень. Да чё так? А вот это что такое, ребят? А, это кто был последним? Я могу посмотреть, как он играл, кем проходил? Да, ребят, смотрите-ка. Прикольно, да, сделано. То есть, если ты где-то встрял, ты можешь посмотреть, какой командой проходил. Смотрите-ка, у него тут все есть, все активировано. Да и уровень у него не особо-то большой. Блин, а как он это сделал, а? Ребят, я тоже хочу себе активировать вот этот вот алтарь. А где же он тут есть? Свободный остров. Ух ты. Отправиться в экспедицию? Так, подожди. Сторожевая башня. Сторожевая башня второго уровня. Нужны какие-то камни. Так, отправиться в экспедицию. Это что такое? Логово пустоты. Главный остров. Так. Логово пустоты. Рейд. Помогать воевать. Количество нарцисса. Да это что такое? Я, ребят, я немножко не догоняю, если честно. Так, подождите секундочку. Ой, фу. Этот чих меня достал. Так, главный остров, ребята. Ну, главный остров, понятно. Так, тут... Подожди, я немножко не догоняю. Это свободный остров, но... Свободный остров, на котором мы должны, видимо, что-то делать. Что это такое? Живая, богатая, быстроходная, жестокая создание. Создание богатое, живая, быстроходная. Ну, давай жестокое создадим. Что это? Что это у нас такое? Жестокое 2. Рушение. Блин. Честно говоря, я не понимаю, что это такое, ребята. Так, прииски, святая сцена. Остров плавания, предел нарциссов. Хорошо, конечно, хорошо замудрили. Ничего я не могу сказать. Логово пустоты. Рейд воевать. Ну, давай предположим, мы будем сами воевать. Сейчас я просто хочу посмотреть, что из этого у нас получится. Так, ну, это я в рейд якобы отправился, да? Ёкаламане, 70-й уровень у этой тварины. Смотри-ка, я две штучки получил, ребят. А вот это что такое? Хорошо. Так, это мы... Воевать с 70-го уровня. Тут все, что ли, будут 70-го уровня? Абсолютно, ребят. Хе-хе-хе. То есть, грубо говоря, мне сюда еще рано. Так получается? Ну да. 70-го уровня. Да. А я всего лишь... Да нет. Рано мне сюда еще, ребят, ходить. О, могу повысить. Ограничение уровня второго. Че, к чему, почему, зачем? Так. Ну что, дорогие мои друзья, давайте, наверное, мы с вами на этой ноте закончим эту серию. Мы обязательно увидимся с вами в следующей. Продолжим играть, ну а у вас есть время мне помочь с некоторыми аспектами в этой игре. Пишите, если знаете то, чего пропустил я. Ну, а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи и до новых встреч.